Итак, дорогие друзья, всем доброго времени суток, с вами я, Роин, и сегодня у нас видеоролик по теме «Как же стать полковником, либо лидером любой фракции, которая имеется на NextRP?» А перед началом видеоролика я просто хочу вас попросить прожать лайк, подписаться на мой канал и в конце видеоролика написать, помогло ли вам это, узнали ли вы что-то новое и так далее. Давайте вас не буду долго задерживать, обязательно прожимайте лайк, подписочку, кто не подписан, и не забывайте про мои стримы. А мы будем начинать. Поехали. Ну, сначала давайте вообще рассмотрим, сколько вам надо лет и тому подобное. Для того, чтобы встать на пост заместителя или лидера, вам должно быть не меньше 16 лет. Это самое главное. Конечно, вы можете обмануть администрацию, но этого делать я вам категорически не советую. Знаете почему? Потому что может быть проверка на возраст, и просто вы обломаетесь на этой проверке, как это у меня было буквально 3-4 года назад. Если вы там в классе 8 и у вас голос тянет на 16, вы можете попробовать встать на пост лидера или заместителя. Но если у вас будет проверка на возраст, вы скажете, что вы в 9 классе, а вы категорически, или как это даже выразить, вы за 9 класс толком ничего не знаете, если вы в 8 классе. То есть, ну, такая темка. А если вы знаете, у вас нет учебника, то есть вы даже там какой-нибудь пример по алгебре не сможете зачитать. Если найдете в инете, у вас могут просто попросить фото учебника на фоне Дискорда. Но давайте отойдем от этой темы и будем продолжать. Второе. Что вам нужно для того, чтобы стать на пост заместителя или лидера? У вас должен быть максимально хороший микрофон. У вас не должны быть какие-нибудь там лишние звуки в виде шума там в микрофоне и так далее. Надеюсь, вы это все запомнили и, так скажем, усвоили. Давайте дальше переходить. Что вам вообще нужно? Вам надо обязательно знать правила лидера. Это вот просто максимально. Это любой лидер спрашивает, который вам проводит обзвон, или администрация, которая вам проводит обзвон. Также вам нужно знать правила проекта. То есть, что можно делать, что нельзя. Также знать разные расшифровки наподобие DM, RP, NRP, там, PG и так далее. То есть, вы не должны говорить там, как на собеседовании, DM дядя Миша, а вам нужна полная расшифровка DM убийца без причины. Это я вам привожу как пример. Также, очень максимально главный пункт, вам нужно говорить все четко, быстро, внятно, чтобы у администрации не было вопросов к тому, то, что вы где-то там ищете, копаетесь и так далее. Это лично я вам даю от себя и по своему опыту. Если вы будете мямлить: здравствуйте, меня там зовут там Владислав Павлович, мне там 18 лет и так далее. Вам нужно говорить относительно громко, четко, понятно и быстро. Ну, не относительно быстро, в таком же темпе, как и я сейчас, в принципе, говорю. Также хочу вам от себя дать знать. Если вы сейчас вот этот момент слушаете, смотрите, обязательно переходите в описание, ищите меня, и я вам даю отдельные советы в виде файла, чтобы вы могли встать на пост лидера. А чтобы этот файл, в принципе, получить, вам нужно быть подписан на меня, прожать лайк под это видео и написать креативный и хороший комментарий. Ну, у меня просто YouTube перестал двигать мои стримы, видеоролики, ну, чтобы все было нормально, и поэтому мне нужна, так скажем, ваша поддержка. Также хочу вам посоветовать именно от себя. Почитайте все правила лидеров, правила сервера на раз 5, чтобы вы просто все это могли запомнить и не искали там где-то в инете или в моем файле, если вы, конечно, его получите. Также, самое главное, вам надо запомнить минимальный срок лидерства и максимальный. Также, что запрещено лидеру, что запрещено. Вот, это вот самое главное, на что смотрит администрация, насколько я знаю, так как я общался с бывшим администратором, и он мне сам об этом говорил. Все, давайте переходить к следующему. РП-ситуации. Что это такое? Вам будут говорить, вы едете, например, от своего дома до места работы, и вас подрезает машина, начинает расстреливать, машина перевернулась, вы выходите из машины, и бандиты уезжают, и что вы будете делать в таком случае? Вот, это я привожу как пример. То есть вы должны сначала по РП
так скажем, вызвать скорую, также вызвать подкрепление, то есть свой состав. Ну и дальше, то есть одна импровизация, то есть что бы вы делали в таком случае? Можете посмотреть мой же видеоролик, как встать на пост полковника, или другие видеоролики на ютубе, ну, чтобы, в принципе, вы вообще вникли, что такое РП-ситуации, что спрашивают на обзвонах и так далее. Также, у кого-то может задаться вопрос, где же взять правила лидера, правила проекта и так далее. Правила проекта вы можете зайти в Next и нажать на клавишу F10. Там выбрать термины, и там будут термины. Вот. А где найти правила лидера, вы это можете найти на форуме. Ссылочку на форум я оставлю в закрепленном комментарии, либо в описании. То есть я вам, думаю, все внятно, хорошо объяснил. Вот, если у вас остаются какие-то вопросы, вы можете перейти в мой Discord сервер, который находится в описании, либо написать мне в личные сообщения ВКонтакте. Также, что я могу вам сказать? Я поделился своей информацией, что имеется на форуме, то есть и сама администрация, так скажем, это рекомендует делать, то есть если у вас есть какой-то знакомый там или еще что-то, вы у него поспрашиваете, что администрация рекомендует, чтобы вы именно вот именно вы встали. Также хочу вам напомнить то, что на пост лидера, то есть на генерала там или на главврача, то есть это выбирает администрация, на пост полковника выбирает сам лидер. Лидер выбирает по усмотрению. То есть вам там надо тоже говорить правильные ответы, собственно. Но лидер будет, так скажем, как я делал. То есть мне понравился человек до этого, как он работал, я его вижу в этой роли полковника. Он хорошо ответил, значит, ставлю его. Вот. Мой видеоролик про то, как стать на пост полковника, вы можете найти также в закрепленном комментарии или в описании. Вот. Что могу еще лично от себя посоветовать? Попробуйте втереться, или как это выразить, в доверие к вашему генералу. То есть делайте проделанную работу, там, не знаю, просите благодарность, то есть за то, что вы там полили цветы и так далее. Это лидеру очень сильно нравится, то, что у него такие сотрудники. Но я думаю, то, что видеоролик вам очень сильно понравился, также он был полезен для некоторых игроков, которые вообще впервые будут вставать на пост лидера. Вот. Никакие там, не знаю, обзвоны вы можете не смотреть, там что-то не выписывать. Просто напомню про то, что вы можете написать мне в ВК, я вам дам личные советы и файл, где там будут советики. Вот. Поэтому такая тема. А что я могу еще сказать? Лайк, подписка, обязательно, вот прям обязательно комментарий напишите по поводу этого видеоролика. А с вами был у микрофона Ровин, и всем пока. Пока.